Цель обнаружена. Бой готов. К бою готов. Цель подавлена. Yeah!
Какого... Ты тут откуда, гладкокожик? О, да-да, конечно. Это прямо тут рядом. Только вот когти смерти могут иметь другие планы. Понимаешь, о чем я? Ха, мы очень быстро бегаем, вот и все. Не слишком благородно, но мы живы, а они нет. Нормально, как по мне. Слушай, я не виноват. Это не я придумал сюда лезть. Все полезли, и я полез. Ну да черт с ним. Что сделано, то сделано. Мы с Кидом валим отсюда. Если тебе удалось сюда дойти, значит, мы тем же путем и выйдем. Увидимся!
удалось найти трансформатор Тесла? Великолепно. Я распоряжусь, чтобы его немедленно доставили писцам. Молодчина, солдат! Чувствуешь в себе силы взяться за новое задание? У нас мало времени. По данным, которые тебе удалось получить на ретрансляционной станции, мы выяснили, где находится база Анклава. Оказывается, у них есть еще один штаб. На базе ВВС Адамс, за пределами округа. Безопасный путь туда один. По президентской ветке метро, которую до войны построило правительство. Ты отправишься в одиночку. Остальные силы братства будут проводить отвлекающий маневр, чтобы тебе удалось незаметно пробраться внутрь. Когда пройдешь по президентской ветке и проникнешь на базу Адамс, ищи до обеспечения. Внутри будут дальнейшие распоряжения. И надеюсь, мы сможем доставить туда пушку Тесла. Здравия желаю. Послушай, у меня вопрос. В чем дело? Как ты думаешь, новое оружие, которое придумали писцы, сильно поможет? Теперь это наш единственный шанс против Анклава. Надо что-то придумать. Если они не ждут от нас нападения, это преимущество можно использовать. Надеюсь, это правда. Думая о том, что надо делать прямо сейчас. Еще одного бегемота. А что будет потом? В районе тогда и одолею. Там хозяин. Я понимаю. Так что, тебе что-нибудь нужно, друг? Ситуация. Понятно. Здравия желаю. Все в порядке. Да? Сюда нельзя.
Рад тебя видеть. Пожалуйста, проходите. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь в информационное бюро. Thank you.
Следующие объявления будут сделаны для вас с корпорацией Ядерпола. О безопасности США А-567/Б пассажиры должны быть готовы в любой момент предъявить сенатскую идентификационную карточку. Внимание! На территории президентского метро не допускается присутствие посторонних. Немедленно откройте этот терминал и подтвердите свои полномочия. Внимание! Нарушение безопасности. Система переведена в режим тревоги. Приготовиться к проверке безопасности. Попытка идентификации локального пользователя. Ошибка идентификации. Терминал предназначен только для уполномоченного персонала. Пожалуйста, подтвердите свои полномочия. Пожалуйста, подождите. Переопределение выполнено. Допуск присвоен. Чем я могу помочь? Имеется доступная информация. Пожалуйста, уточните. Внешние сенсоры слежения обнаружили нескольких неустановленных лиц в юго-восточных туннелях. Эти лица повредили оборудование метро и отказались вступить в диалог с нашей службой охраны. В соответствии с положениями о безопасности США, А-567/Б был разрешен огонь на поражение. Мои извинения. Видно, сенсорное оборудование в этой зоне повреждено. Мои датчики указывают, что данные лица не имеют внутреннего тепла и излучают смертельный уровень радиации. Эта система управляет большим количеством механизированных средств безопасности. При прорыве было потеряно 22% роботов охраны. Было повреждено одно из основных реле мощности базы ВВС «Адамс». Вынут главный предохранитель. У нас имеется сменный предохранитель в главном охранном роботе. Но я не могу выслать ремонтную бригаду, пока нарушение не устранено.
Система готова. Ответ отрицательный. В настоящее время ремонтные работы на железнодорожной линии, ведущей на базу ВВС «Адамс», невозможны. Если нарушение безопасности будет устранено, я перейду в нейтральный статус и отдам команду ремонтной бригаде начать работы. Имеется доступная информация. Пожалуйста, уточните. Последнее подобное использование имело место примерно 200 лет и 8 месяцев тому назад. С момента обнаружения катастрофических повреждений комплекса электропоезд был герметично блокирован. Прошу прощения, в моей базе данных отсутствует упоминание об анклаве. Система готова. Отключение. Всего наилучшего. Всем разрешено открыть огонь на поражение. Приятного вам дня. Пожалуйста, проходите. Если у вас есть какие-то... Приятного вам дня!